Переполох. На Сегедской одесские копы остановили Volkswagen Passat на польской регистрации. В результате в наручниках оказались трое парней. Как оказалось, на машину была ориентировка по факту стрельбы на улице Среднефонтанской. Сами мужчины говорят, произошла ошибка. Кто так в кого-то стрелял? Непонятно вообще, что здесь происходит. Мы хотим побыстрее разобраться и поехать на свадьбу к другу. Мы уже опаздываем. Ну, видите, в рубашке. Уже опоздали немножко, но... Ориентировка была на наш автомобиль, что якобы мы в кого-то стреляли. Хотя заявителя нет до сих пор, как бы мы стоим здесь уже час. На ваш или на похожий? На наш автомобиль, на наши номера. Была ли ориентировка ошибка или все же ребята остановили не без причины, сейчас разбираются правоохранители. При службе Главного управления нацполиции говорят, имел место конфликт на дороге.